Ripple – это социальная сеть, где будут зарабатывать все. Люди уже сегодня из более 200 стран передают эту информацию всем, кого знают. Запущен невероятно значимый социально-экономический антивирус. Его задача – борьба с развивающимся мировым массовым вирусом бедности и нищеты. И десятки миллиардов долларов будут распределяться в сети, где все участники в доле. Мы сейчас объясним немного суть того, как будет работать наше приложение. Ripple будет использовать мобильную платформу. И делясь этой платформой с другими, у нас будет возможность расширять нашу мобильную социальную сеть, а также получать за это вознаграждение. Это приложение сможет загрузить каждый человек на планете. Оно будет в свободном доступе. Причина того, что развиваться будет именно мобильная платформа, заключается в том, что взгляды людей сегодня устремлены на дисплей из их мобильных гаджетов. Мобильная связь и смартфоны уже стали основной частью жизни современного человека. Индустрия создания мобильных устройств развивается сумасшедшими темпами. Сегодня люди покупают в основном смартфоны, планшетники и другие гаджеты мобильного формата. Люди уже привыкли пользоваться подобными устройствами. Они читают имейлы, книги, ходят в интернет с помощью мобильных устройств. Современный человек сегодня не представляет своей жизни без мобильного телефона, потому что на сегодняшний день это средство наибыстрейшей, наикомфортнейшей связи с внешним миром. И оно мобильное, его можно брать с собой везде и всегда. Заглавная страница приложения, вы ее видите на слайде, можно взять тур, то есть посмотреть, что же это за приложение, что оно в себя включает. Если вы уже в системе, и вы можете войти через окошко. Если нет, то вы можете присоединиться к системе через приглашение. Через несколько недель, в конце мая, когда мы сможем загрузить ваше приложение через нашу платформу, мы сможем зайти также и в другие социальные медиасети. Скажем, у вас множество контактов Gmail. Вы сможете через нашу платформу войти к ним и разослать приглашение выборочно. Кому захотите. Или сразу всем людям. Или, например, мы посылаем приглашение нашим контактам в Facebook. И все ваши контакты получат приглашение лично от вас. Так как наше приглашение обладает личным уникальным кодом от Ripple. И таким образом, пригласив людей в систему, ваш код начинает путешествие по всему миру. И ваш код будет распространяться в разных странах. И таким образом, ваша организация начнет активный рост по всему миру. Записи на этом слайде. Воздействие на глаза. Вопрос. Вы уже монетизировали свой Ripple? Другая клавиша. Войдите в игру. На этом же слайде показан процесс входа в Ripple. В Ripple можно войти только по приглашению. В пустое окошко заносится личный код, полученный от человека, который вас пригласил. Таким образом, ваш личный код будет распространен в интернете. На этом слайде мы видим, что мы можем отправлять приглашение в Ripple и через имейлы, и в социальные сети. У нас также есть возможность пригласить людей с помощью SMS. Например, можно пригласить людей, которые записаны в телефонной книге нашего телефона. На слайде показан дисплей телефона, на котором можно выбрать людей из списка контактов для приглашения в систему. Вы выбираете нужных вам людей для приглашения, и внизу слева отображается их количество. Справа внизу кнопка «И пригласить всех», выбранных в смысле. То есть мы отправляем нужному количеству людей приглашение, и оно проходит через SMS от вас лично, и оно также несет код приглашения. Человек вносит его в окошечко для регистрации в Ripple, и он уже в системе. Все технологии, которые используются в нашей платформе, запомните, для всех абсолютно бесплатные. Мы выведем ответ людей, состоящих в организации Sally. Но это еще не все. Например, у Sally развилась большая организация в Японии. Она записывает сообщения с информацией для своей организации. Люди в Японии получают сообщение и слышат его на японском, на своем родном языке. Или на грузинском, если она отправляет грузинской аудитории. На эстонском и так далее. Следующая технология на нашей платформе – это аудиообращение. Используя эту технологию, можно записать аудиообращение. Если во время записи вы сделали ошибку, вы можете ее отредактировать. Или что-то забыли, вы можете отмотать обратно. Заменить нужные слова, и ваша запись сохраняется. Еще раз повторяем, что все технологии на платформе бесплатны.
На этих телефонных дисплеях мы видим различные технологии, которые мы можем использовать. Мгновенные сообщения, аудио или видеозаписи, разбивка на группы и так далее, и так далее. Мы видим, как платформа дает возможность объединить в себе все социальные медиасети. Все. На базе Ripple построена большая социальная медиаплатформа, объединяющая в одно целое социальные медиасети, такие как Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Skype. На слайде показан процесс работы со списком контактов. Допустим, люди хотят войти в систему, посылают запрос. Внизу дисплея есть три кнопки. Окошко. Первое окошко. Друзья. Мы сюда вносим тех, кто является нашими друзьями в системе. Таким образом, составляем наш список контактов людей, находящихся в Ripple. Второе окошко. Запрос добавления в список контактов. Третье окошко. Блокировка неугодных контактов. Следующая технология, которая будет использоваться в нашей платформе – Voxer. Это технология бесплатного общения. Когда вы находитесь в одной стране, а ваш контакт в другой, то через систему Voxer вы можете общаться совершенно бесплатно. Через Voxer мы сможем общаться со своими людьми, кто находится в системе Ripple. Сможем также проводить видеозвонки и групповые встречи. Можно разговаривать с несколькими людьми одновременно или провести тренинги, митинги. Постоянная, простая версия Voxer действует уже сейчас. Это динамично развивающаяся система. В ноябре прошлого года к Voxer подключилось 1,5 миллиона человек. За последние 11 месяцев подключилось 95 миллионов людей. Но в Ripple его возможности будут значительно шире. Апгрейд будет тоже бесплатным. Это удобная технология, всего лишь одно из приложений на нашей платформе. И к вашему сведению, когда сегодня загружают Voxer, никто не получает денег. Но когда его загружают в нашей системе, то вы будете получать за это комиссион. Эта технология позволяет нам сгруппировать и систематизировать наши контакты буквы по разным темам. То, что вы сейчас видите на слайде. Например, семья и родственники, спорт и другое. Те темы, которые вы сами создадите. Отдельно можно выбирать людей, которые относятся к Ripple или другому бизнесу. Это дает возможность одним нажатием кнопки отправить аудио или видеосообщение людям, которых вы распределили в различные группы. Например, вы являетесь фанатом футбольной команды, и можно по старинке позвонить каждому, конечно. А можно нажатием лишь одной, только кнопки информировать людей о месте встречи, о встрече с командой и так далее, и так далее. На хорошем примере ресторана можно показать, как работать с приложением. Например, вы владелец ресторана, и в ресторан приходят посетители, из которых владелец ресторана составляет базу данных постоянных клиентов. Владелец ресторана, подключившись к системе Ripple, может давать бесплатно и быстро новые предложения своим клиентам, которые также находятся в системе Ripple. То есть бесплатно для себя, он не тратит деньги на рекламу. Допустим, у ресторана 500 клиентов. В пятницу вечером у него запланировано интересное мероприятие. Играет джаз-группа. В определенный час он готов выставить две кружки пива по цене одной. И одним нажатием кнопки он оповещает об этом всю свою аудиторию, которая у него в списке постоянных клиентов. Приложение обеспечивает моментальный доступ к большой аудитории. Другая реклама становится ему просто бесполезной. Ненужный. Круг ресторана расширяется, потому что его клиенты могут дальше пересылать это приглашение своим друзьям посредством того же Ripple. Эта технология позволяет нам в режиме реального времени видеть, как распространяются наши круги по планете, сколько в наших кругах людей и в скольких странах уже есть люди из наших стран, из наших кругов. Как развивается, в принципе, наш бизнес, мы видим движение нашего номера по планете. Эта технология показывает нам, в каких странах подключились люди за последний день. Это на слайде. Предположим, вот в Австралии 52 человека. Так в Японии подключилось 38. И нажатием на зеленую силуэт человечка мы можем отправить сообщение сразу всем японцам, предположим. Причем они услышат это сообщение на своем родном языке. Мы видим карту мира, на которой флажками указано, в каких странах есть люди нашей организации. Наведя курсор на флажок, вы видите, сколько человек у вас в этой стране и в какие страны пошел ваш номер. Каждый человек, который заходит в систему, получает статус фаната бесплатно. И даже если фанаты строят свои круги, приглашают другие, они также получают некоторые вознаграждения.
они будут получать Ripple доллары и различные призы, которые будет выставлять компания. На этой страничке приложения можно увидеть, как продвигаются в системе люди, кто чего достиг и так далее. Когда в конце мая люди получат приглашение, у них будет возможность сделать апгрейд до статуса игрока. Так, если у вас в системе 20, 50, 100 тысяч человек, как только они делают апгрейд до статуса игрока, вы в первый же день получаете комиссионный за проделанную работу. Все, что происходит внутри ваших кругов, сделки, подарки, любые другие движения, выражается для вас в виде комиссионных. Приложение будет само следить за тем, как распространяется ваш бизнес. Например, здесь мы видим на экране у Боба и у Шарлот красненькие сердечки. Это означает, что приложение само поздравляет ваших людей в системе, которые поднялись на следующий уровень, и оповещает об этом вас. Это интерактивный чат, немного похожий на Skype. Именно немного. В этот чат вы можете приглашать людей. И в нем распространяется информация между вами и людьми. Если вы, например, общаетесь со своими друзьями из Японии той же, да, то они сразу видят информацию на японском. А если японцы пишут вам, то вы увидите информацию на своем родном языке. Также в этом чате можно использовать и видео, и аудио. Все это переводится также на язык вашего собеседника. Или наоборот, на ваш язык. Вся платформа, которая построена в этом приложении, игровая. Поэтому люди, которые занимаются предпринимательством в этой системе, называются игроками. Риплин – это большая игра. И тот, кто делает апгрейд в статусе игрока, играет свою игру. В этом разделе есть специальные видеоматериалы обучающего характера, помогающие продвигаться в системе. И использование информации, полученной в ходе просмотра этих видеороликов, дает возможность больше зарабатывать. А также здесь находится множество призов, которые каждый из нас будет получать, поднимаясь на следующий уровень. Этот раздел будет находиться в бэк-офисе каждого. И доступ к видео разного уровня будет открываться автоматически по достижению человеком очередного уровня. На этой странице показаны все наши круги. Также очень важная информация для фанов. Допустим, вы пригласили людей, и они приняли ваше приглашение. И по какой-либо причине не сделали апгрейд до статуса игрока, остались фанатами. В этом разделе они будут постоянно видеть, какие денежные вознаграждения проходят мимо них. В один день 30 долларов, в другой это 11, в следующем 15, ну и так далее. Рано или поздно у этого человека возникнет интерес. Как же получить эти деньги? Он нажмет кнопку и увидит инструкцию, где подробно будет изложено, что нужно сделать, чтобы получить эти деньги. Прежде всего необходимо войти в статус игрока. Система построена таким образом, что люди, видя развитие системы под собой и видя, как продвигаются деньги мимо них, будут иметь возможность пройти апгрейд, когда им это будет удобно. И это даст им возможность заниматься этим бизнесом на более профессиональном уровне, пройдя тренинги и специальное оборудование. И, конечно, зарабатывать совершенно другие деньги. Здесь мы видим панель управления нашим бизнесом. Здесь есть окошки, где собраны видеоматериалы, где собраны различные вознаграждения, где собраны лидеры нашего бизнеса, настройки и так далее. И в середине, в оранжевом окошке, все социальные медиасети, объединяет в себе платформа Ripplin, и в которой мы сможем рассылать наши приглашения. Здесь на слайде мы видим изображение, баннер, образчик приложения, который будет получать каждый человек в качестве приглашения. Здесь мы видим бэк-офис одного из лидеров игроков Ripplin. Очень показательно. Так как этот человек проживает в США, и он прошел большую подготовку к моменту, когда стало возможно приглашать людей в систему, то это хорошо отразилось на результатах распространения его кругов. Мы это видим. В его 24 кругах объединены почти 43 тысячи человек. Из них 23 тысячи из США. Общее количество стран 189 человек. Это информация недельной давности. Итак, дорогие друзья, я поздравляю вас. У всех нас, кто сейчас видит эти слайды, будет количество людей намного больше, чем у этого лидера.
Потому что на данный момент лишь менее полумиллиона человек зашло в систему. И наши друзья и близкие еще ничего не знают про Риплин. А также про Риплин не знают сотни и тысячи их контактов. Мы все имеем возможность построить на базе этой платформы свое лучшее будущее. Все только начинается. Удачи всем! Упорным трудом и природной смекалкой. Играющий запускаем свои круги и готовимся к выходу приложения на рынок. До встречи!